Всем привет! Добро пожаловать на канал Анастасия, это рубрика «Мать-блог» и я ее ведущая Лесли. Вы смотрите четвертую и последнюю часть влогмаса, в которой мы вместе с вами проводим старый год и встретим новый. Сейчас я нахожусь на кухне, мы вместе с девочками готовим разные вкусности для праздничного стола. У меня уже готов кекс, я принимаюсь за шоколадный торт. Итак, индейка уже в духовке, минут через 40 будет готова. Мальчики, к сожалению, не взялись нам помогать. У них сегодня важный танцевальный баттл. Ну, держись, Кайл, сейчас я тебя потанцую. И это мы еще посмотрим. Так получилось, что Кайл оказался крайним, и в этом году он у нас эльф. А я сегодня новогодний заяц. А, Уиллоу, торт просто сказка. Ты настоящий мастер. О, девочки, не преувеличивайте. Растемнело. Какой запах. Вот, девочки, индейка готова. Здорово, она наверняка очень вкусная. Запах просто божественный. Ладно, я пойду позову парней, а то уже скоро 12. О, вы уже здесь, а я как раз шла вас звать, а мы как знали, что все уже готово. Ага. Ладно, мне Леся просто смс-ку отправила. Блин, почему я до этого не додумалась? Идемте, там такая красота. Божественно, очень вкусно, Ода. Да, я полностью с тобой согласен, вкус обалденный. Да, ну действительно, очень вкусно. Ода, ты очень вкусно готовишь. Проводим старый год бокалом шампанского. С Новым годом, друзья мои! Пусть он будет самым ярким, самым счастливым, чтобы все в этом году были здоровы и, главное, счастливы. Мы от всей души поздравляем вас с Новым годом и желаем вам всего самого наилучшего, только ярких и прекрасных моментов в Новом году. Пусть с прошлым годом уйдут все обиды. Пусть с наступлением Нового года каждый начнет жизнь с чистого листа. Новым годом! Ну что, ребят, старый год мы проводили. Предлагаю всем вместе пойти распаковывать подарки. А, да, точно. Пойдемте скорей. Что, давайте распаковывать. Ребята, перед тем, как мы, кстати, начнем распаковывать, я хотела бы вам сказать, что у нас просто замечательная команда. Мы так любим друг друга, покупаем друг другу подарки и делаем друг другу приятно. Это самое главное в жизни, и это очень приятно. Я хочу всем вам сказать огромное спасибо. Да, Лесь, мы тебя тоже очень любим и говорим тебе спасибо. Да, это правда. Если бы не ты, этой команды бы не было. Кстати, да, это правда. Нет, ну все началось с Оды. Ода вообще у нас самая такая олд, в общем, да. Ой, да ладно, не смущай меня. Давайте уже подарки распаковывать, а то сейчас расплачемся все тут. Вау, Куроми! Какая красивая, Крис, спасибо! О, да ладно, чего ты? Пустяки. Вау, шапка! Шапка в стиле Куроми. Какая красивая, боже мой. Леся, Леся, иди сюда. Спасибо тебе огромное за такой классный подарок. О, ну что ж, я рада, что тебе понравилась, Крис. Здорово. Ой, слушай, ну прям круто. Наши мечты с тобой, Крис, сбылись. С Новым годом тебе еще раз. И тебя тоже. А что же здесь? Блокнот с Мелоди! Спасибо большое, Ода! Я рада, что тебе понравилось. Да, конечно, мне безумно понравилось. А что же здесь? Ого! Мои подарки, они такие замечательные! Вау, эти очки такие здоровские! Летом буду носить. Говоришь, тут ничего опасного, да? Да-да, ручаюсь за свой подарок. Ну ладно, раз так.
Ого, какой милый пингвиненок. Я не ожидал, что ты мне будешь такое дарить. Что, не нравится? Да нет, очень нравится, так мило. Вау, и пижама здоровская. Слушай, Уиллоу, ну ты... Ты прям молодец. Мне очень понравилось, спасибо. Да не за что. С Новым годом тебя. Ого. Лея, большое тебе спасибо за палетку и за кисть. О, я рада, что тебе понравилось и что мой подарок пришелся тебе по душе. Да-да, мне как раз нужна была новая палетка. Ты все подмечаешь, все-таки ты отличная подруга, Лея. Я очень рада. Вау, Кайл, какой красивый цветок. Это так здорово. Тебе правда нравится? Да, я, конечно, хотела подарить тебе что-то, ну, более интересное, но, наверное, это тебя не сильно удивило. Нет-нет, в подарке это ведь не самое главное. Главное, чтобы мне понравилось, и мне это очень нравится. Теперь у меня вместе с Мухоловкой будет еще один питомец, мы будем вместе путешествовать. О, я так рад, что тебе понравилось. Ребят, я предлагаю нам сыграть в Christmas Race. Да, отличная идея, Лея. Да, давайте. Я играю за оленя. А я за эльфа, так как я сегодня эльф. Я оставлю вас ненадолго. Начинайте без меня. Леся, что-то случилось? Все нормально, Крис. Не обращай на меня внимания. Но я не могу это проигнорировать. Я не могу смотреть на то, как ты грустишь, когда другие веселятся. К тому же в такой праздник. Новый год же, Лесь. Если есть какие-то проблемы, то я всегда готов тебе помочь, как твой друг. Возможно, я как-то провинился перед тобой в этом году и вообще в принципе в жизни. Я уверен, что мы с тобой не просто так встретились тогда в Лейдене, и просто мы с тобой общаемся уже достаточно давно и знаем друг друга. Ты очень дорогой для меня человек, Лесь. Просто знай это. Я тоже иногда веду себя неправильно. Давай забудем все обиды в этом году. И начнем все с чистого листа. Я искал подходящий момент, чтобы тебе рассказать о том, что я ходила на почту и забрал подарок от мамы. Она пишет, что это подарок для нас двоих. Ты уже знаешь, что внутри? Нет, я искал момент, чтобы распаковать посылку вместе с тобой. Понятно, тогда давай сделаем это сейчас. Оу, это же парные свитера. Это так мило с маминой стороны. Твоя мама, видимо, думает, что мы вместе. А что нам мешает? Я только что увидела то, чего не должна была видеть. Но у меня хорошие новости. Крис и Леся теперь вместе. Да ну, ну наконец-то! Ух ты, я безумно за них рад. Так здорово, правда? Ой, ну, ребят, в общем, пойдемте тогда салют пускать. Ага. Тут салют пускать идем. Мы вас тут потеряли и вот решили. Ага, у вас все хорошо ведь, да? Да, ребят, конечно, все прекрасно. Ребят, мы, в общем, хотели вам сказать, да мы и так уже все видели. А, в смысле, это все Уиллоу. И простите. Ладно, ребят, давайте тогда салют пускать уже. Вау, как красиво. Да, замечательно. Прекрасный салют. Это просто лучший Новый год. Ребят, всех с Новым годом еще раз. С Новым годом, Лесь. С Новым годом. С Новым годом. А теперь мы пойдем есть торт Уиллоу.